Привет, друзья! Скажите пароль. Канал Николи. Сегодня мы будем открывать огромный отель Полли. Тут бассейн есть. Девчонки приехали с чемоданами. Есть горка. И вот такой крутящийся этаж один, да? Его поворачиваешь, и куклы падают вниз. Давай сейчас откроем и проверим, что там есть. Вау! Смотри, тут сколько всего. А сколько огромное. Да, все большое. Давай собирать. Так, давай все по очереди будем доставать. Так, тут у нас получается инструкция. Ох, тут сколько. Он аж трехэтажный. Три этажа и плюс бассейн еще. Так, ну надо, да, изучить инструкцию и давай. Горка. Вот так, горка, да, горка здесь. Вот тут получается вот есть лифт. Четыре этажа, куда они могут подниматься. Вот наши куколки. Блондинка и брюнетка. С чемоданчиком и с сумочкой. Такие с очками. Мы потом на них оденем очки, Николь? Да. Ох, какие у них присоски. Ботиночки с присосками. Чтоб не падали из бассейна. Так, прикрепляем лифт. На втором этаже кроватка, которая поднимается. Вот здесь будет горка. И с нее можно скатываться сразу. В бассейн. На второй этаж устанавливается горка, которая имеет продолжение вот сюда в бассейн. Давай прикрепим бассейн. А гамачок сюда цепляется? Да, класс. А под горкой еще и гамачок у нас есть. Гамак, гамак готов. Может тут кататься. Ой, как я устала. А я пойду посплю. Подставку под лифт установили. На нее спускается лифт. Дзинь, извини. Так, тут столик для тенниса у нас одевается. Сверху в дартс можно играть. Пинг-понг наш установлен. Две ракеточки даже есть. Играть пинг-понг. Наконец-то мы собрали наш отель. Да, он прям трехэтажный. Все комнаты у него переворачиваются. Сейчас по очереди. Кроме самой нижней и верхней. Ну что, Николь, давай по очереди покажем все комнаты. Да. Да? Сначала самую-самую нижнюю. Да, сначала мы покажем, куда приезжают гости. Вот они, наши гости. Гости приехали. Заходят и на лифте поднимаются вверх. Когда они поднимаются на лифте, они еще и крутятся. Вот так, и до самой крыши, и вниз, и вниз, и вниз. Нашу экскурсию мы начнем с первого этажа. Тут у нас идет ресепшн, стоит ноутбук на столике, бар с коктейлями. Абсолютно все предметы идут на липучках, для того, чтобы они не отрывались. И сейчас вы увидите почему. Второй этаж, у нас идет здесь номер с туалетом. И со специальной кроватью. Которая идет прямо в горку и в бассейн. Да, эта кровать поднимается и идет прямо в бассейн. На третьем этаже у нас идет вот такая розовая спальня с девочками, которые балдеют вот на таком гамаке. У них тут пинки-холодильник маленький. Наш холодильничек открывается, вот. Можно туда вкусняшки всякие ложить, да? Угу. Так, и на крыше у нас идет. Здесь такое спа для загорания. Идут лежачки сразу с коктейлями, очки для загорания лежат. И бар, в котором тоже можно коктейли тут выпить, всякие вкусняшки. Так, ну а дальше главный сюрприз. Это еще не все. Это все у нас крутится. И опля! Оп, и получилась длинная-длинная горка в бассейн с гамаком. Здесь внизу они могут поваляться, поспать, ну и можно прокатиться с горки, да? Но для этого нам надо снять вещи, и внизу будет купальник. Это мы сделаем чуть позже, да, Николь? Угу. А то им сейчас как-то не хочется. Да, а то им сначала хочется экскурсию по отелю пройти, да? Ага. Так, пока полежим тут в гамаке. Давай посмотрим, как переворачивается третий этаж. Да. Опа, а тут у нас дискотека. Развлекательный центр у нас на третьем этаже. Микрофон, можно попеть в караоке. Вот здесь диджейский пульт стоит. Ну и, конечно же, сцена. А мои пальчики мои скатываются. Тут маленький столик для пинг-понга, дартс. Так, ну, давай попробуем бассейн. Вода сегодня теплая. Да, очень.
очень. Ну что, у нас забирают багаж. Вот наши чемоданчики, которые, кстати, тоже открываются. Туда можно складывать что угодно. Так, чемоданчик наш. Чемоданчики открываются. Там пока ничего нет. Ну, представим, что там вещи. И вот такой фиолетовый еще чемоданчик маленький есть. И едем на второй этаж. Будем купаться в бассейне. Приехали! Приехали, выгружаемся. Николь, ты какой будешь? Той беленькой. Беленькой, так. Николь у нас будет блондинкой. Держим. Ну что, давай? Класс! Идешь в джакузи? Нет, я здесь посижу. Здесь посидишь? Так, теперь съезжаю я. Ну? Так же, как я? Посмотрим сейчас. Нет, я буду съезжать сидя. Вот так буду съезжать, да. Посмотрим, как у меня это получится, конечно. Нет, давай все-таки, Леша, вот так. Ложимся, как американские горки. Ну, раз, два, три. Бу! Подруга, подруга, я к тебе прям в руки. А я иду в теплое джакузи. А я еще здесь посижу, поделаю гимнастику. Давай с длинной горки прокатимся. С длинной, да, 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 да. Так, это у нас более страшная длинная горка. Давай, я первая или ты? Я. Ты первая, давай. Ладно. О, как быстро. Это даже веселее, чем на кровати. Дай-ка мне прокатиться. Ты пока посиди в джакузи, отдохни. Теперь моя очередь. Я поднимаюсь по ступенечкам. Ой, как высоко, как страшно тут. Да не бойся, это еще веселее, чем на кровати. Ну давай, я поехала. Бжж, вау, буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Я к тебе бегу, я. Пошли позагораем на крышу? Да, я это люблю. Давай, пойдем. Я на горке забираюсь. Давай, поехали на крышу. Круто, как раз сейчас высушимся. Приехали. Ну что, пойдем? О, бармен уже приготовил нам по коктейлю тут. Круто. Да, только надо одеть очки. Ну да, это будет лучше. Одеваем очки. Я уже себе одела. Как ты одела? У тебя получилось? Да. Так, одели солнцезащитные очки. Я тоже уже одела очки. Можно идти загорать. Скоро вечерок. Скоро пойдем веселиться. Да, скоро на дискотеку. А сейчас загораем пока. Хочется, чтобы у нас был красивый ровный загар, да? Ну да. Перед тем, как идти на дискотеку. Потом пойдем немножко поиграем. Да, но мы уже позагорали. Я думаю, что уже пора на дискотеку идти. Нет, давай еще поиграем. Давай немного поиграем в теннис. И через час уже начинается дискотека. Да, так что надо недолго нам задерживаться. Давай. Я. Что-то я подустала уже. Пойдем на дискотеку? Ну да, потому что я уже спать как-то немножко хочу. Да, пойдем, будем петь там в караоке. Я буду что-то петь. Хорошо. А я буду за диджейским пультом. Нам же перед дискотекой надо одеться. Надо одеть наши юбки и наши сапожки. Ну да. Пошли одеваться. Да. Быстрее пойдем на дискотеку. Да, мы готовы, смотри, начнется. Какие мы красивые. Ну да. Пойдем? Да, быстрее. Пошли. А где лифт? Так, приехали. Отлично, мы приехали. Даже немножко выше поехали. Да. Давай, ты сегодня поешь, а я буду за диджейским пультом. Да, я всегда и пела. А я буду за пультом сегодня делать музыку. Давай, пой. Viva Frutti, Viva Frutti. Все, уже 6 часов утра. Эй, какое утро? Нам пора уже спать. Пойдем в наш номер ложиться спать. Так, ну что, подруга? Пока, до завтра. Пока, до завтра, я очень спать хочу. Тебе расставь меня в покое. Так, подруга, а мы с тобой забыли. Скажи пароль. Канал Николь. Ура, друзья, всем пока. Вы были на канале Николь. Пока. Пока-пока. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana. La casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar.
esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue.